Посреди 4-го микрорайона у ЦТП возле дома номер 6А по улице Вокзальная парят трубы. Местные жители недоумевают. Вроде перебоев с отоплением и горячей водой нет, а огромная яма портит весь вид. В яме стоит вода, видны ржавые трубы. Неужели и здесь скоро грядет перезапуск насосов и отключение тепла? Как пояснил балаковскому репортеру пресс-секретарь теплоэнергетиков Вячеслав Некрасов, в трубе действительно имеется трещина, но она якобы не критична. Тем не менее, когда установится благоприятная погода, теплоэнергетики проведут ремонт этой трубы. Поэтому местным жителям пока беспокоиться не о чем. На время ремонта отключения будут плановые, а не внезапные.